Всем привет, я Чин. Я Витя. Витя, сегодня мы что будем делать? Я знаю. Писать новые слова. Стихи. Нет, писать новые слова. Помнишь? Да? Давай мы начинать. У нас сегодня первое слово. Это «йо», «имею», «есть». Давай, начинай. Попробуй. Не, вот это пинье не надо, сразу иероглифы, пожалуйста. Нормально, в принципе нормально, писали. Все. Следующее у нас слово «лян». Видя, «лян». Что значит лям? Холодно. Нет, два. Лям. Все, правильно, да. Хорошо. Сегодня молодец. Начало неплохо. Следующее слово у нас. Видите, не парься, зачем? Ну. Пен. Видите, не парься. Ну. Ты там писать не вина. Видя, ты закрыли полностью. Все. А что значит пен? Это пан и пан лампа. Это счетное слово или книга, тетрадь? Следующий. К. Штука. Иго. Ну ты можно побольше размера, не вина, прохо вина. Побольше писать, пожалуйста. Ну не очень большой. Вот так, все. Видите, ну. Ладно, следующее. Не к. Видера. Следующее. Аи. Что значит аи, Витя? А это дедушка. Дедушка? Витя. Что значит аи? Тетя. Да, тетя. Давай попробуем написать. Неправильно. Видера, я тебе покажу. Смотри. Уши крють. Потом вот так. А. И. Женщина крють. А потом вот так. А и о, как это странно, если ты потеряла палочки еще. Ну ладно, все. Следующее. Шушу. Шу. Что значит шушу в виде? Дядя. Дядя, да. Давай попробуйте писать. Не знаю. Не знаешь? Пожалуйста, выделяй. Давай, я сам выделяю свой. Сейчас я тебе покажу, как писать шушу. Ты же не знаешь. Внимание, смотреть. Шу, видишь? Сначала вот так, потом вот так. Потом так. Понимаешь? Шу. Шу.
Шушу. Ты потеряли с правую сторону. Угу. Шу. Не, не шу. Шушу. Первый дом. Почему шуша? Не смешно, Витя. Почему шуша? Нет, шушу. Витя. Ты можно нормально писать? Угу. Хорошо. Следующего у нас слово. Arts. Что значит arts, Витя? Это сын. Да, сын. Arts. Угу. Хорошо. Хорошо, Бисам, молодец. Дальше. Нюар. Что значит нюар, Витя? Дочка. Дочка, да. Не совсем правильно последовательно. Витя, смотри. Тебя надо сначала вот так, потом вот так и конца вот так. Понимаешь? Да? Угу. Следующее. У нас ч с черным словом, для карандаш, ручка, да? О, молодец, хорошо. Очень хорошо писала сегодня. Чи. Давай. Все. Угу. Давай следующее. Чи и последнее. Не, ну вот это надо побольше поворачиваться. Да, вот так. Вот так, Витя. Понимаешь? Чи. Угу. Все. Видишь? Сегодня ты молодец. Очень быстрый. И правильно писали. Почти все. Да? И почти не палец. Ну, видите, я только тебя похвалил. Ну, зачем ты палишься? Видя. Все. Ты запомнил, как писать? Видя. Видя. Угу. Да? Все. Видя, ну хватит. Все. Все, теперь попрощаться надо. Наш урок закончен. Забудьте поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик, отправить друзьям, написать комментарий, и чтобы друзья тоже поставили лайк, подписались, написали комментарий. Все. Давай попрощаться, да? Все. Затем.